Экономии времени врача и пациента. Во всех поликлиниках Люберецкой областной больницы открыты кабинеты медицинской профилактики. В них можно пройти почти все исследования первого этапа диспансеризации. О том, что входит в список необходимых обследований, расскажет наш корреспондент. Я хотела бы пройти диспансеризацию. Ой, это очень хорошо. А ковидом вы болели, чтобы предложить вам? Нет. Обычную диспансеризацию будет не после ковида. Антропометрическое исследование, электрокардиограмма, забор крови на уровень глюкозы и холестерина, флюорография. Женщинам также предстоит осмотр гинеколога, кто старше 40 лет, еще и маммография. Все это входит в первый этап диспансеризации. Теперь такую масштабную проверку здоровья можно пройти в течение 2 часов. Все результаты исследования резюмирует ваш участковый врач-терапевт, оценив данные этих исследований, рекомендует вам то или иное лечение или направляет вас на второй этап в случае выявления какого-либо заболевания. Врачи рекомендуют проходить диспансеризацию раз в год. Эта услуга бесплатная и не требует большой траты времени. И что самое главное, регулярное профилактическое обследование помогает избежать серьезных последствий и развития необратимой патологии. Я считаю, что все очень доступно, кабинеты почти все находятся рядом, и все это очень быстро, все вполне комфортно. Кабинеты медицинской профилактики открыты на базе всех поликлиник. Они работают по будням с 8 утра до 8 вечера. Записаться на диспансеризацию можно самостоятельно через портал госуслуги, а также через участкового терапевта. Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ.